В минувшую среду жители шахтерской столицы стали свидетелями исторического события. Областная мечеть Караганды обрела имя. Ее назвали в честь известного бия Анет Баба. Также на мероприятии презентовали книги, подаренные Духовным управлением мусульман Казахстана. В минувшую среду в Карагандинской областной мечети произошло сразу два значимых события. Одно из них – мечеть обрела собственное имя. Ее назвали в честь великого бия Анет Баба. Идею с именованием предложили прихожане, признался главный имам области. Одобрение от властей ждали несколько лет. Анет Баба Кишикулы, казахский бей, советник хана Тауке, окончил Бухарское медресе, участвовал в составлении свода законов Жеты Жаргы. Анет Баба является непосредственным духовным наставником трех почтеннейших биев среди казахов – Толеби, Казыбекби и Айтекеби. Все наши мечети назывались просто «Первая мечеть», «Центральная мечеть» и «Областная мечеть». И местные жители предложили дать мечетям имена великих людей. Эта идея была предложена несколько лет назад, и сейчас мы ее реализовали. Собрав всех аксакалов Караганды, мы провели собрание и решили областную мечеть назвать в честь великого бия Анет Баба. Этот человек известен всем. Он один из авторов свода законов Джеты Жарга. Этот человек был мудрым и уважаемым ханами и народом. Второе важное событие – это подарок 500 книг. В областной мечети прошла презентация книги, которая называется «Жаназа». Духовное управление мусульман Казахстана решило выпустить такую книгу по причине того, что в каждом регионе страны похороны мусульман проходят по-разному. Чтобы избежать недопонимания между людьми, в каждую область было подарено по 500 книг. Эти книги имамы далее распределят между районами и поселками. Сегодня в нашей областной мечети прошла презентация новых книг. В каждых регионах страны мусульманские похороны проводят по-разному. Это неправильно. В этой книге описывается весь процесс обряда похорон мусульман. Сейчас пока издание вышло малым тиражом. Для нашей области подарили более 500 книг. В мечети поселков будем распределять по 3 книги, а в районы по 5. Называть мечети в честь великих людей продолжат и дальше. Целью таких мероприятий является почитание и вознесение тех, кто внес значительный вклад в развитие и становление страны, заявили имамы. Андрей Тена, Жаргибаева, Исламбек Оспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.